Кто смотрел фильм Михалкова «Пять вечеров»? Кто-нибудь смотрел? И вот там герой, главный герой, это Станислав Люкшин, да? Вот он часто все время спрашивает у всех, у кого он не встретится, а вы не помните это? Вот не для меня, а какие там дальше слова? Помните, да? И так песня не прозвучала, а я очень заинтересовался, что это. И вот потом только спустя много лет узнал, что есть такая песня, она еще с гвардейских времен. И вот я ее сейчас хочу спеть. Что вам налить? Раз, два. Восторгом чувств не для меня. Слезы, реки не прольются.
вот это бред, что ждет Вы из этой песни прям роман сделали. Это же военная песня казачья. А мы ее так, мне так сказать... Это плохо, да? Ну надо... Мужские! Почему так тоже мило? Да, дорогие друзья, Борис Бобовников, давайте поаплодируем. И у нас вечер продолжается, и следующий у нас участник.